Карточный домик закрывают. Американская компания Netflix заявила, шестой сезон станет последним в истории сериала. Сообщение о финале съемок опубликовали буквально через сутки после скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси. Накануне актер Энтони Рэпп обвинил звезду в сексуальных домогательствах 30-летней давности. Спейси извинился и, пользуясь случаем, признался, что у него были отношения и с женщинами, и с мужчинами. Но теперь он решил быть открытым геем. Thank you.